Когда не о чем поговорить, можно говорить о погоде. Она может быть теплой, жила или холодной, солкан. Может светить солнце, кыяш, или идти дождь, йонгар. Еще иногда идет кар, снег, и на дорогах застывает вода, бос. И вот еще самое сложное слово – туман. Чтобы этими словами описать день, надо добавить к ним л-ле. Кыяшлы кын, йонгарлы кищ, карлы ирте. Погода зависит от времени года. Кыш – зима, жей – лето, весна – йос, осень – кыс. Кроме окончания л-ле еще есть г-г. Они дают значение времени. Кышкы – кын – зимний день, жейгы – кищ – летний вечер, кызгы – кыяш – осеннее солнце. А если надо пожаловаться на погоду, тогда есть окончание «сыс-сыс», означающее «без чего-то». «Корсыскыш» – «бесснежная зима», «кыяшсыз май» – «бессолнечный май», «блотсыскук» – «безоблачное небо».